Тревога! Большой пожар в районе турбогенератора! Большой расплыл масла! Центральный 7-му! Учебная авария, тревога! Большой пожар под ГПН! Расплыл масло Б3 Веди в районе турбогенератора! По легенде учений, нештатная ситуация возникла на атомной подводной лодке Тихоокеанского флота. Экипажу пришлось проводить герметизацию аварийного отсека. Естественно, для этого потребовалось надеть средства индивидуальной защиты. В борьбе за живучесть подводного крейсера команда проявила профессионализм. В итоге условный пожар был потушен. Учения проводились в плановом порядке по отработке элементов боевой подготовки подводных сил Тихоокеанского флота. 585-32 приступил к тушению пожара.